Как вы знаете, команда FIFU TV запустила медиашколу. В первую неделю ребята научились работать с профессиональной техникой, снимать качественные репортажи и обучились предпродакшену подкастов. Экзамены по обучению не за горами, поэтому проверим, чему они научились за это время. Вторая неделя началась с изучения SMM. На лекциях ребята узнали, как создавать увлекательный контент, привлекать аудиторию и работать на различных платформах. Как бы хочу быть, ну, человек-оркестр, что-то в этом роде. То есть и на камеру, если что, уметь поправить, и сценарий там написать быстренько, ну и как бы постик выложить, что-нибудь такое. В общем, все, и сразу соединить. Участники медиашколы записали собственный подкаст и изучили его монтаж. Редакторы подкастной поделились с учениками всеми секретами успешного постпродакшена. Круто, что первое, что попадает в глаза, что когда приходишь, вы без всякого пафоса, сразу, ну, располагаете к себе и сразу, ну, как будто ты просто с друзьями общаешься, и это сразу становится легко. Во-вторых, шарите за все, и это круто. Каждый из вас что-то шарит, кто-то больше, кто-то меньше, и легко объясняете, опять же, простым языком для таких же, как вы, ребят. Куда же без основы для эфира? Участники также ознакомились со структурой написания грамотного сценария и рассмотрели все фишки, которые могут привлечь наших зрителей. Придя в медиашколу, я не ожидал вообще ничего, просто вот посмотреть, что это такое. И придя сюда, видя, как, с каким энтузиазмом ребята работают, это вот действительно меня зацепило с хорошей точки зрения. То есть им... Здесь дело не в деньгах, здесь дело не в чем. Здесь общение, и все держится непосредственно на энтузиазме, причем таком чистом. И он, безусловно, привлекает этим, и этим поэтому хочется заниматься. После обучения в медиашколе каждый сможет продемонстрировать полученные знания на практике и принять прямое участие в больших проектах. Ксения Быкова, Ким Миен, Дмитрий Уханов. Специально для проекта The Digest, FIFU TV.